Патент за один день. В Сургуте открылся первый в Югре миграционный центр. Здесь иностранные граждане смогут пройти всех врачей, тест по русскому языку и дактилоскопию. А еще сдать документы на получение патента или вида на жительство. Этот центр стал 10-м в стране. Подробнее о нем в нашем следующем сюжете. Шкурхон Абдулзаиров в очередной раз планирует устроиться на работу в Сургуте. Теперь, чтобы получить патент, гражданину Таджикистана не приходится ходить по разным инстанциям и больницам. Все услуги он получает в одном месте, в едином миграционном центре. Раньше это занимало много времени. Отсюда туда у них по частям было. Не в одном месте, а сейчас это уже хорошо. Не только мне и остальным ребятам приезжают сдавать эти анализы, всякие, чтобы делать документы. Раньше, чтобы получить справку от врача, мигрантам необходимо было обойти несколько медицинских учреждений – туберкулезный, наркологический, кожно-венерологический диспансеры. Теперь все эти специалисты принимают в миграционном центре. Для удобства иностранных граждан каждый кабинет подписан на 4 языках – русском, таджикском, киргизском, узбекском. Чтобы каждому было удобно сориентироваться, где принимает врач-дерматолог, а где принимают анализы. Оборудован кабинет для сбора биологического материала. Иностранный гражданин сдает биологический материал. Я мочу, она исследуется, ставится тест-полоска в анализатор и выдается штрих, чек, в котором говорится, либо обнаружено наркотическое вещество, либо не обнаружено. В этом же центре можно получить специальное микрофинансирование для тех, у кого сложности с деньгами для оформления справок, пройти дактилоскопическую регистрацию и сдать экзамен по русскому языку, истории и законодательству России в тестовом варианте. Например, вставить пропущенное слово, описать триколор или выбрать дату из истории страны. На патент экзамен длится по регламенту 1,5 часа. Это сам экзамен. На вид на жительство 2 часа 15 минут. Мы проходили повышение квалификации в Российском институте дружбы народов, получали сертификаты на проведение экзамена, поэтому мы, естественно, тоже аттестированы. В этом миграционном центре пройти всех специалистов для получения патента можно за один день, а сам патент гражданин сможет получить через 10 дней. Стоит отметить, что всего в России таких центров 10, и только половина из них работает в таком ускоренном режиме. На сегодняшний день Ханты-Мансийский автономный округ, несмотря на то, что не было здесь центра, у нас он входит где-то в 20-ку лучших, так сказать, по показателям. С организацией центра я уверен, что в 10-ку, а то и в 5-ку он будет входить лучше. На сегодняшний день, если смотреть по России, наверное, один из лучших центров, которые мы открываем. Для округа, как для субъекта, где достаточно рабочих мест свободных, конечно, это важно, чтобы у нас легально было трудоустройство граждан. Когда он получает патент, он уже легально устраивается к работодателю, где мы можем обеспечить ему гарантии по получению заработной платы соответствующей. В этом центре могут обслуживать несколько сотен мигрантов ежедневно. Сейчас идут обсуждения о том, чтобы такой же центр открыть и в Нижневартовске. Лиана Киямова, Рашид Латыпов, телерадиокомпания «Югра», Сургут.